большой привет, наши подписчики! Всем большой-большой привет! Мы сегодня с вами едем на экскурсию, но не в Сан-Доминго, как планировали до этого, а мы с вами едем в новый отель, который называется Барсело Баварода Люкс. В общем, мы с Леной голову себе сломали, все думали, то ли нам в Сан-Доминго поехать. В Саону мы поедем, хотя люди тоже пишут отзывы, не очень. Значит, мы до последнего сомневались, до сегодняшнего утра, и решили не ехать. Потому что поговорил с большим количеством туристов, они все сказали, что нужно это для галочки. Но для галочки, может быть, в следующий раз, потому что, я думаю, вам намного интересней будет, если мы вам покажем новый интересный отель. Сейчас мы с вами идем на ресепшн, вызовем такси до отеля, написано 25 минут. И поедем с вами. Так, сейчас покажу дорогу на ресеп. Угу. Смотрите, наш отель утопает в зелени. А вон там мы живем. Видели, мы вам 100 раз показывала. В общем, отель забронировали на Booking.com. Сразу вам скажу, стоит он в 2 раза дороже, чем нам обошлась бы экскурсия. Что-то я как-то не туда подняла. А, нет, первый этаж. А! Здесь стою на этаже на первом. А? Да, да. Вот. Стоит это 25 тысяч с копейками рублей. Ну, я думаю, оно того стоит. Да, Ленок? Смотрите, друзья, если мы здесь на ресепшене в день приезда плутали и не могли найти, то там развозят кары, и мы будем долго ездить вокруг нашего номера, наверное. Я думаю, вообще это интересно, у нас такое будет новое приключение на сутки. Вот здесь вот лед, нажимаешь пальцем. И кусочек льда, то есть если вы хотите что-то охладить, либо еще что-то. Вот, добрались мы до нашего ресепшена. Очень красивый у нас ресепшен. Видите, мебель такая мягкая, голубая. Я вам уже показывала картины. Все очень-очень аккуратненько. Мягкие сиденья. Чуть-чуть будет Russian. Барсело Баварода Люкс. Quanto un taxi a Barcelo Baroda Lux? Да. Вот сюда вот, смотрите. И сколько стоит? Стоит? Ну, вот, $25. $25. Ничего себе цены тут. $25 стоит такси до Барсело Баваро. Как бутылка рома. Ром 15 стоит. И кофе 15-15, 30. Хочу вам еще раз показать наш ресепшн. Пока мы будем ожидать наше такси за $25. Это дорого, конечно. У нас ресепшн красивый. Центральный вход. Вообще отель, друзья мои, бесподобный, но вы сами видели. Я не знаю, как в других отелях, но вот этот отель мне очень понравился. Ну, сейчас посмотрим следующий отель Барсело. Лена там объясняется, стоит на ресепшене. А вот у нас, видите, стоит рояль. И здесь играет, но мы всегда, когда проходим, слышим музыку, но сюда не попадаем, нам не по пути. Что нам делать здесь на ресепшене? Мы практически здесь никогда и не находимся. Люстра красивая. Лена, что сказали? Визитку дали, да? Нет, визиток у них нет. Рио комплект, ну, то есть имеется в виду, что здесь много отелей, 5, там до Так, Рио комплекты я сама могу сказать. Лена, а ты видела, здесь стоит рояль, значит, отсюда доносится живая музыка. Через сколько, он сказал, будет такси? Он вызвал,
А мне кажется, у них где-то база здесь находится, да? Погуляем пока с вами. Что нам просто так ожидать? Хочу подойти к картине, вон кто мне нравится, где девушки упитанной комплекции. Видите, у них нет кондиционеров, у них вот такие вот навесные вентиляторы. И поверьте, они очень хорошо охлаждают. Смотрите, вот у нас тут хотела картину вам показать. Хоровод девушек. Мне очень нравится. Раз, фриз, грациас. Три сестры, я так поняла, да? Ну или три девушки. Грациас. Ну, красиво. Скажите. Не прошло и двух минут, как за нами приехал вот такой таксист в шляпе. Можно вперед сесть? А, наверное, только назад, да? Кондей работает. Ой, а можно, сейчас я ему скажу потише. А можно вот этот кондей, кондей, very cold? Можно, окей? Okay? I know, that's okay. Да, да. Скажешь, не успела пойти, уже замерз. Да. Все, за территорию Рио выехали. И вокруг нас поля, леса, какие-то домики. А, вот наш пункт выездной. Ну сколько? Минут 10, да? Минут 5 ехали. До пропускного пункта. Все. Все, теперь засекаем время. Сколько мы будем ехать до отеля? Сейчас 9 ровно. Ровно 9. Заселение в 3 часа. Ну, нам зачем ждать заселения? Мы уже едем. Ну, они, наверное, что-то дадут браслеты. Браслеты? Браслеты дадут, номер дадут. Ну, да, нам номер не главное. Нам главное территория, фламинго. Мы взяли для них угощение. В общем, едем. Со своим угощением из отеля Рио. Выезжаем на трассу. Вокруг ничего, ни магазинов, ни супермаркетов. До всего нужно добираться на такси. Такси здесь не дешевое. Но мы и так купили. Кофе купили, крем купили, ром купили. Зачем нам еще какие-то магазины? Да, ну мы поедем на сауну. Может быть, вот завезут. Единственное, что Оля просила, табак. Вот табак, я не знаю, как его купить. Нигде, мы спрашивали. Да, для трубки табака, я не знаю, может быть, для дьюти-фри будет, конечно. Ну, такая задача. Нет нигде. Предлагают все что угодно. Может, ты не поняла, может, все-таки сигары. Они сигары всегда. Оля написала мне табак для трубки. Это ж она по-русски мне написала, не по-испански. Едем. А, даунтаун, мол, да. А, ну поедем сюда. 15 минут. Да. Так тут, знаешь, надо договориться, чтобы тебя типа, назад... Ну, мы договоримся. Назад где-то. А вот Джамба. У них такси без шашек. Вот Джамба, видишь? Джамба? Ну, вот мне и говорили, что Джамба сама. Ну, здесь что, просто погулять, да, приедем? Да, да, у нас время-то есть. Ну, что, какой-то разговор идет, я не понятно откуда. Нет, а я... Кому-то вещает, вещает. Лен, а я думаю, может быть, завтра во сколько мы выселимся? И вот сюда. Ой, он огромный там, этот торговый. Мы написали, что рядом с вот этим отелем магазины все находятся. Ну, я не знаю, насколько рядом, судя по карте, нам еще минут 10 сюда ехать. Икея здесь у них есть. Я думаю, нам в другой день надо сюда поехать гулять с утра так же. Да не гулять, Джамба здесь. Зачем с утра? Лучше после обеда. Ну да. Единственное, что нужно тут чуть твердо быть уверенным, что такси идешь обратно, потому что обратно тут не доедешь. И не доедешь на общественном транспорте. Лена, ну мы назад доедем, объяснимся. Что ты переживаешь? Я переживаю. Не переживаю. В Мексике со знанием своего английского и в город ездили, из города до отеля. С линком. Нет, я ему сейчас объяснила на ресепшене, в принципе, как бы,
главное, адрес знать. Просто у них, ты же видишь, такси без обозначения. Да, не переживай. Так что завтра можно выселиться из отеля и доехать до Джамбо. Когда у меня есть интернет, я уверена. Ну, я понимаю. Такое ощущение, что еду, и со мной группа доминиканцев взяли. А вот здесь вот недалеко, я так понимаю, в сторону Хард-Рока как раз-таки находится отель Рио Репаблика, где отдыхала наш Ленок. То есть, ну, между нами 25 минут и 25 долларов на такси. Слушай, это, наверное, у них в прямом эфире, вот это там вот огромное количество людей, наверное, демонстрация идет какая-то. Ну, мне кажется, это что-то обсуждают какой-нибудь матч. Думаешь, ладно, кто знает испанский, переведите нам, пожалуйста. Beautiful. Beautiful, да? Bigger. А что лучше, Рио или Барсело? Yes. Many times I transport people from Airport La Romana. Annex tour. I transport people. А, Annex tour? Yes. Понятно. Он сказал, что это очень хороший отель, в котором мы сейчас едем. Ну, я так перевожу вам. Посол, он сказал, что у него много друзей в России. Это я тоже поняла. Барсело будет лучше. Чем Рио. Very good. Here many security. Много этих, да, следят, значит. Слышь, перевожу. Барсело, Баваро, Гранд, Ресорт. Едем. Да. Сейчас надо будет букинг, наверное, показать нам, Лена. Где он? Al paso. Никак не слышь, никак не это, не откроет дверь. Вот видите, бронирование. Can I have this to show it to my partner? Voy a enseñárselo. Пошел проверять резервацию по номеру. Видишь, как тут строго. Муха не пролетит. Несут телефон. Ура, отдают. Фил, ютубер, ютуб. Папарацци. Папарацци. Видишь, как же красиво мы едем. Въезжаем в город, Лен. Таксист, да, сказал, что это самая большая территория у этого Барсело Буваро. Поэтому как его обойти? Объедем, не переживай. Мы-то с тобой не обойдем. Господи, мы все у кусты обойдем. У нас багажа нет. Давай. Да. Спасибо. Приехали гости отеля. Барселона Хотель Ресорт. Ну и что? Мы такие с Леной. Hello. Талия, пошли платить на ресепшн. Барсело Хотельс Ресорт. Так, сейчас нам паспорта здесь нужны будут. Все, заселяемся. Какая красота. Сейчас в базе нас найдут. Ель пропустили. Но не ели, они, конечно, должны выяснить. Безопасность прежде всего. А мы-то приехали без чемодана, без ничего, в туниках. Красиво, конечно, здесь. Все с вами будем смотреть, все рассматривать. Сейчас нам браслетики еще. Вот у нас Рио. Сейчас оденем второй браслет. Будет два браслета. Тут пишут номера браслетов. Я не знаю, код, стой рядом. Сейчас нам оденут браслетики, вон такие, как веревочки. А интернет, Wi-Fi, представляете, без пароля, без ничего. Заходишь вот это вот Барсело, нажимаешь и все. И уже пользуешься. Вот нам дали документы. Номер комнаты, наверное, да?
Где? Нет? Где номер? Да нет, это то, что мы оплатили, то, что здесь проживаем. С 15 по 16. А, вот в Тесса цена. Какие браслеты? Нас вели в Рио, хотим ванды, у вас лук. My family, что фазы, мазы, лук, лук, они, хоу, сюда. Окей, okay, understand? Да. Так, все, друзья, через час будет готов наш номер, а сейчас мы с вами идем по территории, погуляем, посмотрим. Красота необыкновенная. Этот отель очень большой, очень красивый. Все мы с вами будем смотреть. Нам посоветовала его одна из наших зрительниц. Я думаю, он нас не разочарует и вас не разочарует. Поэтому все будем смотреть, гулять. Территория огромная. Ой, я не могу. Как же здесь красиво. Это что получается? Бассейн. Сейчас через час получим номер, кинем нашу сумку и будем заселяться. Смотрите, океан, бассейн, пальмы. Вот здесь вот зона отдыха. Здесь, наверное, ресторан. В общем, нам, конечно, одного дня с вами не хватит, но мы постараемся максимально, максимально все с вами успеть. Смотрите. Оформление отеля. Даже нет слов. Майкл Джексон, смотрите. А, это шоу, наверное. Нет, не видела. Пойдем. Здесь есть все, говорят, в этом отеле. Ну, пойдемте посмотрим. А здесь мы потом с вами поедем в джангл. Мы проезжали, видели, да, торговый центр. Лена, пойдем сначала вон туда, к бассейну. Я вот сюда пойду посмотрю. Мы суетливые такие, хочется, знаете, объять все и сразу. Зато, видите, мы отдыхаем с двумя браслетами. Я хоть буду запоминать, Барсело Баваро. Здесь встреча с гидом, видите, проходит Анекс Тур, представители. Люди приехали, слушают. $300 ровно получилось, по карте сняли. Я вообще, конечно, честно, даже не ожидала. Я знала, что хорошо, но что вот настолько хорошо в Доминикане, я имею в виду по качеству сервиса, по отелям, ну, по красоте, по питанию. Я очень-очень приятно удивлена. Видите, откуда мы с вами пришли? Ну, здесь, конечно, жара. Сейчас никого нет. Но наша цель все посмотреть. Здесь, наверное, вечером. Ветерок дует прохладненько так, с океана. Лавочки. Такая вот красота, смотрите. Бассейны, бассейны. Голубой флаг, по-моему, тоже висит. Необыкновенно. Я говорю, необыкновенно, да, Лена? Угу. Мы сейчас с вами находимся просто на крыше чего-то там. То ли ресторан под нами, то ли еще что-то. Много русских, я слышу русскую речь. Это хорошо. Оригинально, да? Что, Ленок, пошли дальше исследовать. Не, ну это, конечно... И номер нам сказали, что будет не в 3 часа, а через час. И все равно жалко, да? Да, что нам номер-то? Нам номер только сумки положить. Нам ничего нет. Мы фактически будем оплачивать визит. А, мне надо было, наверное, пляжное платье взять. Или ладно, в этом пойду. Да, в этом. Но это я сейчас намочу, мне, наверное, лучше все-таки взять один. Пляжное платье, думаешь, взять? Да. Так, а у меня есть с собой? Сейчас посмотрю. Лена, а где ты говоришь шопинг? Внизу целый этаж шопинга. Пойду я быстренько заплатила. Давай. Делать нечего.
Ну нет, мы обойдем. Целый низ. Ничего себе. Огромный, огромный шопинг внизу в магазине. Тут, наверное, цены, конечно, будут высокие. Не надо никуда выезжать. Все можно купить здесь. Туники, рубашки. Красивая. Угу. И сумку мы здесь купим. Ну, сумку, наверное, в торговом центре, да, купим? Нет, я именно в торговом центре все будем покупать завтра. Сколько вот такая стоит туника? 1915 песо. Лен, ну вот это обычная, правда? Ну, мне кажется, смотреться она будет хорошо, когда ты ее наденешь. Ну, мне кажется, как мешок. 1915 песо. 1915 песо, это сколько? На 54. Ну, мне кажется, она симпатичная. Ну, а точно такая же, только белая, смотри. Да, классная. Ну, нет, не очень, да, вот эта белая. Пойдем. Да? Это большая. Да ну, какая-то она. Красиво. Не, мне не нравится такая. А вот вот эта черная красивая, ну куда в черной? Смотри, Лен. Смотри. Да не, черная не хочу. Хочу $35, я сказала вам, нет? Пойдем. Очень много красивых вещей. Купальники, туники, сумки. Лена, пошли на пляж, да? Пляж в другую сторону. Колонки, чехлы. Кстати, очень удобно, когда в магазине все есть. Серебряный магазин с детской одеждой. О, даже смотрите, duty tax free. А, что можно оформить tax free. Эти духи, браслеты. А, Лена, пойдем. Лена, Сваровский твой, ты хотела. 25% скидка. Сваровский, как ты хотела. 25% скидка. Ну, или потом. Давай, давай, давай. Пойдем, пойдем на территории. Угу. Потому что так-то, в принципе, мне пишут камень, он прям бесподобный. Просто нужно подобрать. Нужно подобрать, да. А это смотри, какой комплект. Вот этот. Все-таки мне камушки нужны. Вот камушки. Очень красивые камушки. Наподобие, кстати, как у меня камушки сейчас. Только зеленые. Я бы зеленый комплект бы тоже купила. $68 вот такой. Я бы не купила. Потом косметику с вами посмотрим. Вечером. Да. Не, я определенно думаю, что мы правильно. Да. Сейчас мы идем с вами на пляж. И, наверное, на этом распрощаюсь. Потом будет. И вот туда дальше тоже магазины. Все с вами посмотрим. Чуть попозже. Магазины, да, оставим на вечер. В общем, это такой город-город, мне кажется. И какая замечательная, красивая территория. Пойдемте, все, все с вами будем смотреть. Мексиканский ресторан написано. Мехико. Ресторан по-английски.
соломенные крыши, много беседок. Конечно, когда забираешься, как это я про нас говорю, приходишь гулять на территории другого отеля, как мы вчера ходили, мы все вокруг посмотрели. Но, конечно, мы не можем все посмотреть, потому что, во-первых, мы не знаем, где что находится. Во-вторых, все-таки мы не гости этого отеля, и из-за этого чувствуется некоторая неловкость. А здесь, пожалуйста, в нашем распоряжении с вами сутки. Я думаю, это правильно Лена говорит. Решение в том, что мы с вами не поехали в Санто-Доминго, а решили остаться, ну, вернее, решили взять такую вот экскурсию, не дешевую, скажем так, но, я думаю, очень познавательную. Огромная территория бассейнов. Огромно. Не знаешь, в какую сторону идти. Барсело Баварон Делюкс. Отель. Смотрите, у него территория огромная. Первый этаж занимает шопинг. Чего там только нет. Мы вот сейчас с вами направляемся к океану. Но я вот остановилась, понимаете, и вдалеке джакузи. И здесь одни фонтаны. Здесь просто я, честно, не ожидала, что в Доминикане отели такого высокого уровня. Мне все говорили, что здесь классно отдыхать, но чтобы вот так вот все, не знаю, мне, смотрите, впереди у нас океан, мы потом с вами пойдем, подойдем на пляж, будем купаться в джакузи, будем кушать сегодня в вкусных ресторанах, все у нас сегодня с вами будет. Что? Заходим в бассейн. Господи, какие они шикарные, как же здесь красиво все. Фонтан. Вот здесь вот можно загорать прямо в воде на лежаках. Вода необыкновенная в бассейне. Так, как глубина, не знаю. Ой. Вижу Лену. Видите, как будто джакузи или что это такое? Струйки такие. И тут же бар у бассейна. Здесь такая тишина, даже музыки нету, да? Наверное, это релакс-бассейн, скорее всего. Мы с вами будем обходить все бассейны с вами. Вот здесь сейчас будем массажироваться. Смотрите, он огромный. Куда ведет территория? Он просто огромный. Можно плавать. Если вы не хотите плавать, вот в этом бассейне плавать очень будет комфортно. Ну, мы, конечно, будем в океане, но пока ждем. Так, брызги. Ой, это классно! Ох, как массажируют-то, друзья! По спине! Все брызгает! Друзья, на этом это видео заканчиваем. Для того, чтобы начать новое, для того, чтобы показать вам отель Барсело Баваро Делюкс. Мы не поехали ни на какую экскурсию, поэтому решили показать вот чем вам не экскурсия в этот замечательный, огромный отель. Ну, чтобы вас не утомлять, конечно, сейчас в следующем видео это будет обзор номера, обзор территории, обзор океана. И мы будем в течение суток все снимать для вас. Все, всех люблю, целую, увидимся с вами. Пока-пока.